присутствует на вашем заводе, на самом деле очень важно, потому что я вышел из производственного района, основного производственного района, который давал 70% бюджета пчеловодства, и дает до сих пор, до сегодняшнего момента. Поэтому я думаю, что мы с предприятиями города Новочебоксарска будем работать достаточно плотно. Это очень важно, это пополнение бюджета. Сегодня по бюджету города Новочебоксарска мы можем сказать, что идем как бы в ритме получения налогов, но, к сожалению, мы отстаем от этого ритма. Ну, вот, повышение пока у нас не подразумевается с точки зрения времени. Ну, вот, поэтому мы будем работать над этим фактом. То есть следующий год у нас должен быть достаточно плотный быть. Вот. Ну и в связи с тем, что на самом деле бюджет приближается, сегодня, ну, будем говорить, за завтрашнего дня мы начинаем разбирать бюджет города с точки зрения наших комиссий городских по ведомствам и отраслям, а потом далее мы переходим до депутатских комиссий для обсуждения бюджета уже на следующий год. Естественно, уже в конце года мы принимаем бюджет города на следующий год. Вот это вкратце как бы по бюджету. Основные цифры сейчас говорить не буду, не стоит, потому что они будут меняться буквально каждый день или каждую неделю, потому что при обсуждении будем решать вопрос, куда будем направлять наши средства. Я, наверное, скажу по поводу организации работ по благоустройству. В сравнении с тем, что делается на сегодняшней столице Чувашской Республики, вот я думаю, что пока город не на достаточно высоком уровне, хотя сегодня вот этот форум, который есть, для администрации, для коллективов, предприятий, организаций, которые обслуживают город, он явился как крымские события для России. Проверочным материалом, да, для того, чтобы решить многие вопросы, которые на самом деле. Ну, представьте, что вам, будем так говорить, вам останется сегодня месяц для открытия завода, да? Вот, у вас куча проблем, а через месяц к вам приезжает. Не будем говорить, кто, да? Ну вот, и вот у вас месяц, и вы понимаете, что очень сложно решить все эти вопросы. Понятно, что помогают все сразу, одновременно, приезжают и говорят, ну что? А что? Ну а что? Когда и что и как? Поэтому работа у нас по благоустройству дворов, территорий, которые у нас есть, есть много. Радует о том, что у нас на самом деле очень много. Вот за эти вот буквально короткие дни, которые неделю я отработал в городе, радует то, что здесь очень много парков. Таких маленьких рощиц или, сказать, маленьких местных, уютных мест, где можно молодым выйти, погулять и так далее, и так далее. Но они в запущенном состоянии. Я думаю, что вот один из приоритетов будет навести порядок, чтобы люди чувствовали себя очень уютно. Просто уютно. Они вышли, я отдыхаю.